Ребята, этот мой видеоблог для того, я его сделала для своих себя, для своих родственников, родных, показывать, где я, как я, что я жива, как я живу, чем я живу, как я перемещаюсь. Поэтому в этом маленьком вложике будет дорога, как мы ехали с ребятами в автобус беженцев. Со мной были замечательные соседи из Покровска. Это наш Донбасс. Вот. Ну и немножко дорога за окном. Мы замечательно с ними доехали от Львова и до самой Варшавы. Ребята, Анечка, девчонки, детки ваши золотые. Боже, начинаю вспоминать вас поименно, забыла. Желаю вам хорошего времени провождения на мира и безопасно пожить, и безопасно вернуться домой.